Курс на импортозамещение. Сибирская энергетическая компания и два крупнейших отечественных завода заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве по производству оборудования для технического переоснащения энергообъектов России. Подробности в нашем следующем сюжете. Профессиональное взаимодействие Алтайского и Новосибирского заводов позволит максимально эффективно использовать уже наработанный научно-технический потенциал и успешно реализовывать инновационные конструкторские решения в целях повышения надежности энергетического комплекса Сибирского федерального округа. Это соглашение позволит вот двум территориям, двум заводам значительно увеличить выпуск продукции энергетической в рамках вот этого соглашения. На заводах в Новосибирске и Барнауле производят разные части силовых установок для предприятий энергетики. С подписанием соглашения Сибэнергомаш и ЛСИБ смогут поставлять установку уже в сборе. И это лишь одно преимущество перед иностранными производителями. Сегодня взят курс на импортозамещение. Это связано с энергобезопасностью, прежде всего, электроэнергетики. И здесь важно, чтобы российские заказчики, российская энергетика понимала, что сегодня энергомашиностроение готово предложить это оборудование соответствующего качества и по достаточно конкурентной цене. Межрегиональное сотрудничество – безусловный плюс для экономик двух регионов, уверены энергетики. Тем более в планах выход на новые международные рынки, что в разы повысит как инвестиционную привлекательность, так и имидж регионов.